что, совсем тупой? Насколько можно? Эй, привет! Не спугни рыбака, ты чё? Ты спугнул рыбака! Вот я стою и думаю, может, ты уже подпишешься на канал? На мой канал, да ладно, шучу. На канал автора тоже, ссылка будет внизу в описании. Это Скулбой в реальной жизни. Погнали! Мама страшнее, чем в игре. Папа Скуф называется видео. А вообще тут 4 видоса на эту тему. Мы все сразу и посмотрим. Ставьте лайк, поехали. Что? А, позвали. Друзья позвали, правильно? О! Кто так играет? Усы вообще четкие. Так, это наш батя. Мама, батя у нас... Я пойду погуляю, там мой друг пришел. Кажется, не отпустят, я прям чувствую. А ты сколько книг прочитал, которые на лето были заданы? Нифига себе. Через 2 недели в школу уже. 2 недели? Ни одной? Нифига себе, мама умеет читать мысли. Он еще ничего не сказал, она уже поняла, что ни одной. Быстро наверх, и пока не круто. Прочитаешь, гулять не пойдешь. Круто. И смотри, ребята, у меня, увижу, тут... что занимаешься чем-то другим, получишь у меня по первое понимаю, число. Понимаю. Тут все еще более жестко, чем в оригинале. Там надо было 2 сраные странички по геометрии, по-моему, выучить или что-то такое. Понял. А тут несколько, наверное, я не знаю, десятков книг прочитать или что? Сколько там книг надо прочитать на лето? За 2 недели? Вдумайтесь в это. Что? Как? Это невозможно это все прочитать. Нифига себе! The Little Gold Key. Что это за книги такие? А, времена года. Мне интересно, сколько времени он протянет, прежде чем решит сдаться? Это создано для того, чтобы отдыхать, а не учить уроки. Ну, я согласен, да. Вообще, несправедливость какая-то. Потратить последние дни лета... Именно для этого лето и было создано, да. Люди летом вообще не работают никогда, чтение? Наверное. Ну уж нет. Во, правильно все. Давай, анархия, погнали, понеслась, сбегаем. Мы против этих давящих на нас авторитетов, верно? Так. Вон та калитка, до которой мне надо добежать. Покажи-ка. А! О, спасибо за уточнение. Но тут слишком высоко, мне не слезть. Ага, я понял. То есть, я так понимаю, что концовка чердак у нас отменяется. Черт. В принципе. Придется пробираться через первый этаж, мимо мамы и папы. Да, и тебя это не очень радует, судя по глазам, вообще никак, да? О, боже мой. Это меня так аж напугал. Ты читаешь? Ты что, мать, за дуру держишь? Да я пописить, может сказать. Понятно, отмаза не проканает. О, все, у нас уже уборка. Уборка пошла. Давай, вперед из песни, да чтобы пол блестел. Понимаем. Так, будет культовая фраза про будешь дворником, будешь уборщиком. Будешь уборщиком и дворником одновременно. На 2 работах. Нет? Вот это все. Угрозы вот эти вот, старые вот эти вот. Старые добрые угрозы, как говорится. Ты посмотри на него. Не будет их. Сказали же читать книги, а он. Да-да-да. А он. Да, слушай, попал ты, пацан. Сколько там? 20 книг всего молодец. Осталось за 2 недели. Иди к себе в комнату. Я еще зайду проведать тебя. Пацан реально какой-то совсем не веселый. Совсем не веселый, как будто это прям документальная съемка, знаете, как будто это невыдуманная ситуация. Так, окей, хорошо, все. Так, попытка номер. Давай. Он песик тебя поддержит. Он я будет с тобой папа. Мыслью и душой, как говорится. Так, спускаемся. Потихоньку, помаленьку. Ну, да не ему! Да не куда ему! Ты? Ох, я показал, как надо. Да. Блин, не, ну, вот реально он угарно выглядит, конечно. Куда ты пинаешь? Вот же дебилы. Озвучка прям, кстати, приколь. Ну ты шо? Блин. Сейчас услышат, да? А ну стой! Ой, он мне кого-то напоминает, Не скажу кого, да, этими усиками. Это, короче, парень, я одно только так скажу, с ним лучше не ссорься. Вот серьезно. Куда пошел? Не ссорься. 20 приседаний, слушайся быстро. Его, пожалуйста. Да, не надо спорить с человеком, который так выглядит. Раз. Да. Раз. Понятно, два, у нас проблемы с арифметикой опять. Ага. Три. Четыре. Семь, да? Все-таки. Восемь. Девять. Понятно. 10, короче, дальше без проблем, да? 20. Ага, готово. Смотри мне.
Впредь веди себя хорошо. Кулачище. Хорошо, понял. Все, не вопрос, да. Так, ну что, поднимаемся тогда. Эх. Дурацкая скрипучая ступенька. Надо ее перешагнуть. Звучит как план. Я буду очень смеяться, если это реально сработает просто. Типа, все то же самое сделать, только перешагнуть и через ступеньку. Ага. Так, третья попытка. Ну давай. Пей ты уже. Ну сколько можно? Так вот звуки издает. Я слышу, как он ходит. Вот же дебил. Все получилось, да? Не, ну что, нам все скрипит же, нет? Как же пройти мимо мамы? Мимо мамы? А. Так, пойду полью цветы. О, это да. Правда, фраз дал. Так, пойду. О, повезло. Полью цветы. Когда тогда? Ну ладно, это не важно. О, да ты шо? Это же улика, она же увидит, что что-то сожрано. Будет ругаться потом. Эх, Скулбой найдет тебя по этому признаку, понимаешь? Тут тоже скрипит, кстати, немного. Все, полив цветов происходит, да. Вот это стелс. Вот это стелс, леди и джентльмены. А ну, стоять! Ща кому-то по щам влетит, да? Ну, естественно. Кто-то удивлен? Ты думал, я не закрыла дверь на ключ? Ну это реально, ты думал, мы просто такие живем, у нас двери нараспашку, не ты заперты. Что, да? Совсем тупой! Сколько раз можно повторять? Блин, мне озвучка его нравится. Пацан решил, короче, притворюсь мертвым. Так проще будет. Вот же! Как я так облажался, надо было быть более бдительным и хитрым. С такими навыками все, что я могу, это только получить ремня. По заднице. Вот я стою и... О, это следующее. Скулбой выбесил маму дверным звонком. А может, ты уже подпишешься на канал? Так. Ага. Кто последний, тот и лох. Ну, походу, я проиграл, да? Потому что я вообще на месте сижу, как бы... Ну, лох, что поделать, лох. Так, тут прям... Такое же начало будет, как в прошлом ролике. Пока что все повторяется. Ну-ка, я чуть-чуть промотаю. Мама, можно я... Можно я? А ты сколько книг прочтёшь? И смотри у меня, увижу, что по-моему, занимаешься чем-то другим, все то же самое. Получишь у меня по первое число. Ясно. Будем знать. Потратить последние дни лета на чтение? Ну уж да, нет. Чтение, да, ну, это нет. Такое себе. Учеба и я, это не совместимо. Таня! Книгу задали. Таня написано. Классная книга. И мои вещи. Так, хорошо. Вот же несправедливость. Теперь сиди, учи уроки и закрывай. Что будем делать? Что будем делать? Как будем выпутываться? Ключи от калитки у мамы. Угу. Надо заставить как-то ее выйти. Ой, идея. Надо добраться к дверному звонку. План. Надежный план, как швейцарские часы. Давай, ведь получится же. Должно получиться. Переступи. Молодец. Вот же дураки. Ну давай же, уже иди поливай цветы. Так, пойду полью цветы, да? Какая послушная мать. Прямо, она прям чувствует, у них ментальная связь. Она прям чувствует, что надо делать. О, он ей такой сказал, и она пошла делать. Молодец, мам. Все правильно. Так, а что, ты сейчас будешь звонить, да? Так, дверной звонок. Дверной звонок, да. О нет, она идет. О нет. О, и лучшее место для пряток. Ну, в принципе, я тоже так прятался за дверью. Канон. Все по канону, чисто помню. Давай. Поехали. О боже. Поехали готовить пустую кастрюлю, да, судя по звуку. Дзынь-дзынь. Все, прячемся снова. Одну минутку. Там. Ну, в принципе, нормальная озвучка. Прикольно, мне нравится. Озвучено прикольно, сыграно прикольно, да. Так, идет. Пока что без всяких нервов, без всяких психов. Пока что в нас еще не вселился сотона. Все нормально. Как бы спокойненько себе идем, открываем. Это только первый раз. Дзынь-дзынь. Ключики. Так. Ага. Кто это тут? Был? Такой смелый, нет? Ну, рано еще для этого, да. Кто это был? Пока что кто это был? Пока что для таких фраз еще... Время не настало. Пока что она еще спокойная. Так. Все, возвращаемся. Дзынь-дзынь, ключики, возвращаемся.
И сейчас она опять что ли будет шкрябать. Ой, вот это я не хочу. Мне что-то так звук этот прям не нравится. Прям. Кошмар. Так, ладно, окей, давай. Хи-хи-хи, такой довольный. Иду, иду. Иди, иди, да. Надо, надо, сходить, сходить. О, уже кряхтение пошло адское. Уже злимся. Тык, 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 тык. Открываем. Похоже, кстати. Прям похоже. Так. Возвращаемся назад. Давай. Хи-хи. Хи-хи, давай. Дзынь-дзынь, хи-хи. Ты сможешь, Скулбой. Я, да, я и смех почти угадал. Да. Можно? Да сколько можно? Да еще раз 17, по идее. Боже, не, ну не может быть. Видос не настолько длинный. Я в оригинале помню 20 раз надо так делать, кажется. А тут, наверное, не знаю. Ну вот это, наверное, последний был, нет? Ня! Ня! Крикнешь, крикнешь? Кто это тут такой смелый? Ух, я вам дам! Нет, не будет. А Вика и Игорь там стоят где-то, кстати. Будут они, нет? Пообщаться с ними, поболтать. Давай еще раз. Довольный. Это первый раз, когда улыбается. Там еще батя подключился. Сколько можно тут? В принципе, все как в игре было. Там тоже батя иногда что-то там своим болельщицким... Нас тут такой смелый! Голосом кричал. Да, она все-таки это сказала. Молодец, молодец. Кто это тут такой смелый, да? Все, возвращаемся обратно. И опять. И опять, ребята, да. Ну, это, наверное, последний раз уже. Сколько там осталось-то? Да, уже минута, минута видос еще. Ух, я вам дам! Ух, я вам дам! До этого все-таки тоже дошло, да? Пора убегать, другого шанса, наверное, не будет, да? Смотрите, как он... Она сейчас откроет калитку, получается, да, и выйдет. А как он заранее понял, что так будет? На пятый раз. Это интересно. Так. О, выбежал. Выбежал! Хорош. Пора. Пора, да. Самое время, дружище. Так, отлично. Выбегаем. Опа. Ну-ну, молодец какой. Беги и гуляй, а мы пока подумаем, что с тобой делать, когда ты вернешься. Что-то она рано эту фразу как бы говорит. Она еще должна попытаться его поймать хоть немножко. А то она его уже как будто отпустила и бежит за ним при этом. Как это было глупо оставить калитку открытой. Мне, конечно, нравится решать головоломки, но от такой халявы я не мог отказаться. Это была концовка номер 2. Концовка номер 3. Скулбой читер в реальной жизни плюс грустная концовка прут. Вау. Я, конечно, надеюсь, мама, что мама, мне можно это смотреть? Грустную концовку прут. Я надеюсь, тут не будет ничего такого. Я пойду погуляю, там мой друг. Так, пришел. Здесь у нас все то же самое, чтение? Да? Чтение, да. Говно полное. Что понимаешь? Же придумать на что же придумать? Раз. Ну-ка, давай, рассказывай. Ой, есть идея. Как же я мог забыть? Читы. Читы должны быть. Так, заходим в приложение и пишем. Сейчас будут пойду читы проверить, в реальной жизни. Да? Блин, мама идет. А, это не ты сделал? А, ну окей, хорошо. Она его проверяет, да? Окей, сейчас мама придет. Ждем-с. Все, поднимается. Все, терминатор машин поднимается. Сейчас будет ругать, да? Ну-ка. Учи, учи, я просто зашла. Поняли? Все, и обратно. Па-па-па. Так, на чем я там остановился? Так, сейчас. Пишем меню мод. Че сейчас введешь? Какой чит-код введешь? Сейчас проверим, работает или нет. О! Надо заработал. Проверить, походу. Учит ли этот балбес? Урод? Или это опять само по себе происходит? Слушай, у тебя есть читы, ты можешь его. Как его? Остановить. Останови его в конце концов. О, предметы пошли, все уже. Фармим предметы, отлично, все. По красоте. Стой! Куда? О, все, полетели, да? Вот это я понимаю, читы так читы. Ах ты читер! Да, есть такое. Вернешься домой, тебе
Ой, давай не уточняй. Усатик, давай не будем об этом. Тебе. Мы все догадались. Ю-ху! Хорош. Нормально. Мне нравится эта вселенная. Знаете, что-то на мобилке там написал, что-то куда-то полетел. Предметов нафармил там. Теперь я могу понтануться перед друзьями, как я сбегаю от родителей за считанные секунды. Нет, нет, я ни в коем случае не использовал читы. Надо добраться к дверному звонку. А, ну сейчас будет повторение, да? Только в ускоренном темпе, смотрите. В ускоренном темпе она типа все это открывает. Ну все, короче, вот смотрите. Значит, выбегает он и прячется. А? О, где? О боже, я же не увижу его за этим кустом, это невозможно. Да? Сейчас по-любому, да? Надо, что они посмотрят, наверное, да? Посмотрит и все равно не увидит. Ну да, я уверен, он там так спрятался просто, ну, просто нереально. Ну как за этими травинками же его заметить, Джош, это же ж... Да. Фух, жара-то какая, пойти надо бы пойти купаться. Давай. Блин, сейчас реально, что ли? Походу, мне надо будет применить магическую, что называется, функцию монтажа в этом моменте. Хотя, я думаю, они не стали как, какую-то прям дичь снимать в этом отношении. Надеюсь, все будет норм. Давай посмотрим. А это кто? Рыбак. О, прикольно. Эй, привет! Сейчас побежит. Не спугни рыбака, ты чё? Ты спугнул рыбака, ну все, ну тебя рыбу хотел половить. Все, все, маньячина с удочкой убежал. Странный а дом? Дом его посмотрим, не? Наверное, не посмотрим, да? Ну что, настало время поплавать, да? Вау. Что-то мне туда бы нырять не очень захотелось. Как-то это все выглядит. Ага. А, ну ладно. Я забыл, что я не умею плавать. О, черт! Ну так еще ладно. Если о себе не думаешь, подумал бы хотя бы о родителях, прежде чем такое делать. Последнее видео самое большое из всех, оно 12 минут идет. Скулбой против мамы и папы в реальной жизни, концовка 5. Надо найти банку со снотворным. Во! Только где она? Вот сейчас все по-серьезки. Сейчас все по-серьезки пойдет. Сейчас Скулбой придумает, как реально выпутаться из этой ситуации, да? Ага. На вот, пускай ключи побудут у тебя. Давай. Так, все. Ну давай же, уже иди поливай цветы. Так, пойду полью цветы. Да, правильно, правильно. Все, ушла. О, повезло. Е, отлично. Все, давай. Вытаскивай. Где же? Блин, будет смешно, если он сейчас сразу найдет. Потому что я вспоминаю, сколько я трачу времени, когда мне надо в этой игре что-то, блин, найти. Это вообще, это тот еще. Та еще дичь. Снотворное! Да. Отлично, вот он. Неплохо так вы храните прям так среди продуктов. О, ну почему бы и нет? Черт придавило! Пойду схожу в туалет. Он пойдет, сходит. Надо срочно прятаться. Так. Это главная нычка нашего Скулбоя. Самое важное место в доме. Тут у нас полив цветов. Ты что, тоже пошел цветы полить? Только другим способом или что? Куда ты пошел? А, ну да, это, наверное, же туалет на улице, да, где-то? Да. Вон он, точно. Все, батя ушел. Гадкий я 3. Ну, наверное, гадкий, да. С учетом того, что сейчас будешь делать, наверное, немного гадкий. Так, окей. Окей, теперь мама. Вышла мама. Так, стоп. Здесь кто-то был? Да. Ты. Ты тут готовила. А больше наверное, никого здесь показалось. Не было. Да, показал. Все нормально. Да, сколько счастья. Я сейчас буду с ума сходить от этого звука. Надо бы проверить, хочет ли этот балбес уроки. Надо бы, да. Давай. Надо срочно вернуться к себе в комнату. Клёво он почувствовал, да, что тот из туалета вышел на улице. И он прямо ощутил, что ему надо проверить, учит ли он уроки. Прямо какая ментальная связь между отцом и сыном потрясающая. У нас уже какие-то способности медиумов, понимаете, уже какие-то паранормальщины какая-то прям. Так, идем, значит, идем. Ага. Учишься? Учится. Учись, а я пойду. Да, на работу ты когда-нибудь пойдешь, нет? Пойди уже на работу. Надо как-то потихну свалить из дома. Да ты что прикалываешься? Упс. Ты что, забыл? Опять забыл, ну... Попался! А будет новое наказание или опять? Давай, о! Бегом! Давай. Вокруг дома, 3 круга. Понеслась. Побежал. Ишь, поехали. Да ничего, бездельник. Сдельник он, сдельник, нормально, сейчас пробежит, сейчас все будет хорошо.
Ненавижу бегать. Да ладно, тут и недолго-то, в принципе, что-то. Три круга-то. Чё тут бежать-то? Господи. Раз. Давай, давай, быстрее. Давай. Давай, два. И через калитку перепрыгни, и нормально все. В принципе, он калитка как раз. Ты так близко к калитке давно не был. Это шанс, нет? Не понимаешь по-хорошему, значит, будет по-плохому. Я очень надеюсь, что батя сейчас не будет отливать сбоку на стену дома. Вот этого, пожалуйста, не надо. В игре такое было, давай, здесь... Здесь не хотелось бы этого наблюдать. Я очень надеюсь. Спасибо большое. Последний круг. Так. Блин, я уже пробежал три круга. Угу. Это уже четвертый. Ну, да. Вообще-то нет. Как? Молодец. Как это? Теперь быстро уроки. Два он вроде пробежал, давай. Это был третий. Ты чё, пацан? Да, математику точно надо подзакрепить, по-моему, нет? Так, снотворное есть. Есть, теперь да. Теперь надо найти Bluetooth-колонку и отвлечь маму. Хорош, четкий, четкий план. Только я бы снотворное как-то бы так не держал в открытую, да? А то у тебя ходят проверять, иногда увидят. Так, ну все, на этот раз он уже переступит через... Давай! Он переступит через ступеньку, по-любому. О. Отлично, мама поливает цветы. Почему такие грустные глаза в этот момент? Это ж хорошо, это хорошая новость, можно сбежать. Отлично, мама поливает цветы. Такая печаль прям. Поливает, да. Не буду рисковать, лучше подожду, когда она пойдет в дом. Так ты на пути, ну ладно, понятно, да, спрячешься, естественно. Все, отлично. Пойду проверю, учит он уроки. А-а-а! Блин, тебе надо будет поторапливаться сейчас. Куда ты вышел-то? Стоять! Еще вышел? Это что такое? Еще наказание бы. Выходить из комнаты? Понятно. Хытыщ! Метлу в руки и пошел. Да чтобы ни единой соринки не было. Ох, беда. Ну давай, скажи фразу. Ты, я знаю, ты хочешь сказать эту фразу. Давай. Какой лентяй. Нет, не эту. Ну ты чё, ну ты не понимаешь? Ну какая фраза сейчас реально в тему будет, а? Ну, мам, ну давай. Ну хоть что-то. Да, блин, я думал, она про дворника давай, скажет. Давай, бегом за учебником. Про дворника не сказала бы. Ну окей, давай, хорошо. Так, и снова у нас повторяющиеся кадры. Мы снова спускаемся, мы выходим. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь, да? Опа, вот это уже что-то новое. Колонка должна быть где-то здесь. Прикольно. О, отлично. О, вот она. Батарейки там есть? Походу есть. Осталось вернуться в дом. Это, заходи, если что. Ну вот он и зашел. Потом всегда может сказать, там было написано заходи. Поэтому я решил немножко да, не учиться и заходить. Цветы. И как бы и нормально. О, нет, надо быстрее прятаться. Надо бы, да. В своем любимом месте, да. Так, все, хорош. Надо бы сходить отлить. Да что вы все одновременно отливаете? Так, окей, хорошо. Все, идем. Подсыпаем. Интересно, приятных снов, сколько он ему там бухнул вообще, бахнул этих таблеточек-то. Так, и что, сработает? Он, наверное, сработал. Он уже выглядит, как будто он спать хочет, если честно. Ему как будто таблетка и не нужна особо. У него уже такое лицо, типа... Футболисты меня утомили своей отвратительной игрой. Ну, давай, давай. Ну, давай, давай. Да я тебе говорю, давай, давай, пей давай. Ты пей давай, давай. Они там дадут без тебя. О! Да. Четко. Все, сработало. Беги! Отлично, теперь очередь мамы. Так, маму надо включаем это... Включаем Bluetooth-колонку. Отвлечь, да? Блин, сигнал не достает. Да что ж ты будешь делать, а? Ох, Мишка, нифига, какой здоровый. Получилось! Е-е-е! Все, сейчас, короче, она пойдет. Да? Что за шум? Давай, давай. Я хочу послушать, что она будет говорить, когда он ее запрет. Мне вот интересно. Как тут это будет в реальной жизни выглядеть все. Все, тут уже у нас вовсю спят. Ха! Нормально. Хитрожопый сынулька у вас, конечно. Ничего не скажешь. Так.
Угу. Закрывай быстрее давай. На ключ прямо закроет или как? А, на, я понял. Хорошо. А это еще что такое? Это нормально. А ну выпусти меня. Ты сюда. Заходи, если что. Ты заходи, ты зашла, посиди. Ты это, посиди, если что, да. Так, все. Можно выбираться. Господи, сколько тут ключей? А времени-то мало. Ух. Нифига там сейчас. Эй, слышишь меня? Ха-ха, как сильно она выбивает дверь там. Ух. Эй, слышишь меня? Все, тут уже это. Просыпаемся, просыпаемся, да? О, вот это меня вырубило. Понимаю. Что там за крики? Он слышит крики отсюда. О, хорош. Так, ну что он там, справился ты с замком или нет? Чувак, давай быстрее, времени мало, давай быстрее, 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 давай. Хорош, нормально. Так, ну, можешь закрыть, в принципе, дверь, наверное. Сейчас что-то крикнут напоследок. Ах ты, гад, сбежал все-таки. Ага. Только не забывай, что ты вернешься рано или поздно. Придется, да. Но это уже будет другая история. Иху! Я успешно сбежал через ворота и теперь могу гулять со своими друзьями. Вот только пока не знаю, как я вернусь домой после такого. Ну что, кликайте теперь сюда, ребята. На этом мы закончили. Вот это были все серии Скулбой Рановой в реальной жизни. Если они вам понравились, тут тоже вам понравится. Поэтому переходите, не пожалейте. Всем счастливо, удачи, пока. Увидимся вот тут.